Быть чиновником, да еще и возглавлять внешние сношения в непризнанном или частично признанном государстве – нелегкая доля, хотя и имеет свои плюсы. Таковых государств на земном шаре несколько десятков, но только 16 из них, среди которых Палестина, Косово, Северный Кипр, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Тайвань, Нагорно-Карабахская республика и прочие, самые известные из непризнанных в мире стран, которые стоят на уровне со многими признанными ООН странами и ничем им не уступают. Сегодня мы предоставим вашему вниманию интервью с министром иностранных дел Нагорно-Карабахской республики, одного из непризнанных государств, Кареном Мирзояном. Оно было записано для газеты «Нахичевань-на-Дону», поэтому я благодарю издание за предоставленную возможность показать это интервью и в нашем эфире в том числе. Вот уже год, как Азербайджан совершает диверсии, на границах идут перестрелки, причем с обоих сторон. Скажите, с чем это связано? Ведь 25 лет такого хрупкого перемирия, на границе все-таки более-менее относительно было спокойно. И вот буквально последний год совершаются диверсии со стороны соседей. Это какой-то месседж, может быть, НКР Армении или что-то другое? Вот как вы считаете? Ну, знаете, во-первых, я бы слегка подправил. События на границе, вот инциденты, непрекращающиеся провокации, снайперская война, они происходят не только последний год. Это несмотря на то, что с 1994 года в зоне конфликта установлено перемирие. Все эти годы, эти провокации, эти нарушения режима перемирия продолжались. О чем мы неоднократно и мы, и Армения призывали внимание международного сообщества и непосредственно сопредседателей Минской группы. К сожалению, как говорится, это был голос вопиющего в пустыне. И я думаю, что именно вот это попустительство, то, что несмотря на очевидные факты о том, что Азербайджан преднамеренно нарушает режим перемирия, преднамеренно идет на провокацию, преднамеренно идет на повышение уровня напряженности на линии соприкосновения, к сожалению, за эти годы, как правило, не было целевой критики, не было прямого указания, кто именно виноват за подобную ситуацию. Когда мы говорим о событиях за последний год, да, действительно, уровень напряженности беспрецедентен. Беспрецедентен не только в силу того, что участились случаи нарушений на линии соприкосновения, но беспрецедентен и тем, что применяются все новые и новые виды вооружения. Честно говоря, я неоднократно имел повод говорить, мы не боимся войны, то есть какие-либо попытки запугать народ Карабаха, его армию, его руководство, людей, которые прошли через войну, и людей, которые в условиях непрекращающейся войны, тем не менее строят нормальное мирное государство, они просто бессмысленны, вот эти попытки. Но тем не менее мы понимаем, что возобновление военных действий будет серьезным ударом, в первую очередь, по нашим усилиям построить здесь, обеспечить для граждан Нагорного Карабаха, для армян Нагорного Карабаха нормальные человеческие усилия. Это будет очень серьезным ударом по всем усилиям мирового сообщества. Наконец-то превратить наш регион в регион не столкновения, не регион конфликта, а регион, где разные народы, населяющие его, могут жить мирно и сотрудничать. Мы вместе с тем мы неоднократно выступали с мирными инициативами. Мы полагаем, что мы способны и можем обеспечить спокойную ситуацию на линии соприкосновения. И это в первую очередь станет тем основным стимулом, который поможет уже работать на политическом уровне, работать над урегулированием конфликта и, наконец-то, положить конец вот этой ситуации.
Скажите, вот ударом подвергается как НКР, так, впрочем, и Армения тоже. И последнее время получается так, что и Армения, и НКР выступают в качестве потерпевшей стороны, то есть нет никакого такого достойного отпора. Вот с чем это связано? Может быть, один раз дать такой какой-то достойный отпор, например, первым это сделать после того, как наши солдаты погибли, там, допустим, по израильской модели, и все это прекратится. Вот очень многих волнует такой отпор, почему мы только защищаемся. Ну, во-первых, вы правильно заметили, что ударом подвергается не только НКР, ударом подвергается и Армения. И вообще, как неоднократно заявляло руководство Азербайджана, для них врагом является любой армянин, где бы он ни жил. В том числе и армянин, гражданин Российской Федерации, американский армянин, французский и так далее. В этом есть нечто такое фашистское, нечто такое расистское, но богим судья, как говорится, они должны понять, что увлекаясь этой идеологией, они сами себя завлекают в очень опасную ситуацию. Что касается адекватности реакции армянской стороны, вы знаете, во-первых, вы, естественно, понимаете, я министр иностранных дел, и единственное, что я могу сказать по этому поводу, что если бы не было сдерживающего фактора армянских армий, если бы не было сдерживающего фактора вот эффекта вот двух армянских государств, сегодня бы ситуация на границе была бы гораздо сложнее. Я думаю, что о той работе, которую делают наши военные, о той действительно великолепной работе, которую они делают, направленной на обеспечение безопасности не только Карабаха, но и Армении, еще придет время, об этом будет рассказано. Для меня главное тот результат, который мы сегодня имеем. Вы находитесь в Степанакерте, видите, что, наверное, успели побывать и в других местах. Видите, что несмотря на вот непосредственную близость к линии контакта, к фронтовой зоне, жизнь не только бьет ключом, это исключительно мирная жизнь. И это самое главное для меня. Вы считаете, что вот как раз-таки вот этот сдерживающий фактор и дает возможность этой жизни бить здесь ключом? Я полагаю, что самый лучший миротворец, самые лучшие миротворцы — это армянская армия. Именно она, гарант безопасности. Она является гарантом безопасности Республики Нагорно-Карабахской Республики Армении. Хорошо. Скажите, вот Азербайджан, насколько я знаю, открыто заявляет, какие у них виды вооружения, что у них куплено и на какую сумму. То есть все в широком таком доступе, можно это ознакомиться на сайте. Я понимаю, что это может быть своего рода кичливость. С армянской стороны практически ничего такого нет. Я имею в виду, что ничего не выставляется, не показывается, какие именно вооружения, разве что можно на параде это увидеть. Это что-то такое секретное или действительно у армян как бы баланс в техническом вооружении поменьше будет? Во-первых, я хотел бы выразить свою твердую убежденность, что побеждает не военная техника, а побеждает солдат. Да. В первую очередь его боевая подготовка, его моральный дух. Что касается вот информации об азербайджанской технике и так далее, давайте отделим пиар от реальных фактов. Существует четкие международные механизмы, которые позволяют международному сообществу быть осведомленным и контролировать уровень вооружения в той или иной стране и в том или ином регионе. В рамках этих международных механизмов Армения, как признанный член международного сообщества, она выполняет все свои обязательства, и в этом смысле я не думаю, что есть какие-либо нарушения этих режимов. Что касается попыток Азербайджана вот через органы масс-медиа представить некоторые факты, да, выпечив, да, под определенным ракурсом, я это воспринимаю как обычный пиар, как очередные попытки запугать армянское общество, которое с самого начала обречено на провал. Вопрос банальный, но в то же время интересующий многих. Может быть, это вопрос времени. Почему Армения не признает Нагорно-Карабахскую республику? Вы знаете, сегодня речь идет о международном признании Нагорно-Карабахской республики. Я
уверен, что рано или поздно Нагорно-Карабахская республика станет признанным членом международного сообщества. Этот пункт является одним из основных пунктов внешнеполитической вот программы президента республики, над осуществлением которой в первую очередь работает МИД НКР. И в этом направлении у нас есть определенные положительные подвижки. Конечно, мы бы хотели большего, но мы уверены, что это процесс долгий. Он потребует общих усилий. И мы не рассчитываем на быстрые успехи. Рано или поздно мы будем признаны. И в этом смысле я не думаю, что признание НКР со стороны Армении на данном этапе будет иметь большое значение. Вне зависимости от формального признания, сегодня мы можем говорить о том, что и Нагорный Карабах, и Республика Армения являются частью одного общего понятия. Это армянство, это армянский народ. Мы живем в одном общем культурном, экономическом, можем даже сказать, политическом поле. И я думаю, что этот процесс, он будет продолжаться, и он будет иметь свое логическое завершение. НКР билингвистичен. Здесь можно, в отличие от Армении, услышать широко и русскую речь, как и армянскую речь. Скажите, когда Россия признала Южную Осетию и Абхазию, не было ли в республике некой такой, ну, не будем говорить зависть, но, скажем, белого такого понимания, что когда вот Россия все-таки признает НКР, ведь за Южной Осетией и Абхазией следует все-таки НКР, и в отличие от них, здесь все-таки кровью была одержана победа, и воевали именно армяне. Ну, вы знаете, во-первых, зависти не было. И народ Абхазии, и народ Южной Осетии прошел через очень множество испытаний. И там тоже пролилась кровь. У нас очень хорошие отношения и с Южной Осетией, и с Абхазией, с тем же Приднестровьем. Периодически происходят какие-то взаимные визиты, мы на постоянной связи обсуждаем какие-то совместные идеи, учимся чему-то друг от друга. Но вместе с тем у нас есть уверенность, что каждый наш случай, он уникален. Нельзя всех подвести под одну общую линейку. И в Южной Абхазии, и в Абхазии, и в Южной Осетии, и в Приднестровье, и здесь конфликты развивались в совершенно разных контекстах. Да, мы можем найти какие-то общие черты, общие линии, но я думаю, что если мы будем очень активно с этим направлением, то просто нас заведет не ту сторону. Это формальное искусство. На самом деле каждый конфликт уникален. У каждого конфликта своя история, у каждого конфликта свой путь, своя модель разрешения. Можно говорить о том, что есть какие-то общие подходы. В этом смысле я очень положительно оцениваю ту тенденцию, которая сегодня намечается на международной арене, о том, что все больше и больше, как основополагающий инструмент для разрешения конфликтов, подобных конфликтов, используется, применяется принцип права народа на самоопределение. Я полагаю, что это самый оптимальный, это самый демократический принцип, который позволяет найти именно подлинное решение для конфликта. Я знаю, что в НКР размещены беженцы из Сирии, Ирак. Это открытая информация, она дана. Скажите, также знаю, что были выданы им кредиты на земельные участки, на жилье. Предполагается ли какая-то государственная программа не для беженцев, а, скажем, переселенцев, если кто-то из той же России или Украины захочет поселиться в НКР и обзавестись здесь тем же земельным участком, работать и жить? Вы знаете, во-первых, беженцы из Сирии, из Ирака у нас нет, из Сирии есть, они здесь не размещены. Это люди, которые были вынуждены покинуть свой дом в результате ужасной, страшной катастрофы, войны. Люди, которые решили, что здесь, в Карабахе, они могут найти свой приют. И, естественно, наш долг, как людей, которые прошли войну, знают, что такое последствия войны, помочь этим людям. Мы помогаем не только тем немногочисленным семьям из Сирии, которые приехали сюда, но и очень многим другим. Все, кто желает приехать сюда, желает стать гражданами НКР, строить здесь свою новую жизнь, государство пытается помочь. Да, мы не скрываем, что у нас очень мало средств, мы не скрываем, что мы не можем обеспечить все условия для переселенцев. И действительно у нас нет
какой-то четкой политики, направленной на вот искусственное изменение демографического баланса и так далее. Мы страна, у которой открытые двери. Мы готовы помочь тем людям, которые в беде. И эта политика будет продолжаться. И, кстати, к нам едут не только армяне, у нас есть и иностранцы. И последний пример вот с Германом Стерлиговым, да, российский бизнесмен, который пытается здесь обосноваться. У нас открытые двери для всех. Да, мы видели иностранцев тоже здесь. Скажите, на международной арене Арцах представлен по-старинному, скажем так, как Нагорно-Карабахская республика. Этимология такая славяно-персо-тюрко-латинская. Что если переименовать все-таки эту республику в Арцах? Ну, переименовать не надо, потому что, как закреплено в нашей конституции, наша республика имеет двойное название. Нагорно-Карабахская республика или Республика Арцах. Вы знаете, да, название Нагорно-Карабахская республика, оно, мы можем сказать, оно не подлинно армянское и так далее. Слово ничего армянского практически. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь, это наша история. Нам нечего бояться, нам нечего стыдиться нашей истории. Это тот путь, которым прошел наш народ. Это тот путь, по которому наш народ идет. Да, мы предпочитаем наше самоназвание, наше историческое название Арцах. Мы этого не скрываем. Если вы обратите внимание на публичную документацию, допустим, МИДа, НКР, других госучреждений, мы пытаемся сегодня параллельно использовать два термина. Сегодня тут и другая проблема. Мы знаем, что мы живем сегодня в мире информации, в информационном мире. К сожалению, понятия Нагорно-Карабахская республика, Нагорный Карабах гораздо более распространены. Но я думаю, что придет день, когда мир будет также информирован я о слове Арцах, что оно значит. Сегодня в этом направлении определенные работы ведутся, и мы, наконец, будем называть себя своим настоящим именем. Дай Бог. Скажите, вот сейчас лето, сезон отпусков, я видел в городе, в Шуше, в Степанакерте, довольно-таки много туристов, приезжающих сюда отдохнуть или к родственникам из России, из других стран. Такой очень важный вопрос. Аэропорт уже готов. Когда он начнет функционировать, ведь проще было бы сюда добираться из того же Еревана именно самолетом. Там, по-моему, 30 минут лету, насколько я знаю. Вы знаете, ну, во-первых, аэропорт, он не только для туристов. Аэропорт, в первую очередь, для наших граждан. Для людей, которые нуждаются в быстрой транспортации в Ереван, для тех карабасов, которые хотели по делам куда-то выехать. И это абсолютно гуманитарная проблема, которая, к сожалению, опять в силу вот, абсолютно неконструктивной политики Азербайджана превратилась в политическую проблему, стала предметом политических спекуляций. Аэропорт, да, действительно готов. Для его полного запуска нам необходим очень краткий срок. Естественно, что любой законсервированный объект, он нуждается хотя бы несколько дней, чтобы он начал полноценно функционировать. Мы пока сознательно не идем на этот шаг, учитывая то, что Азербайджан занимает такую позицию. Но это не вопрос того, что мы боимся Азербайджана, как иногда пытаются азербайджанские горе-политики это представить. Это идет из нашего подхода, о том, что мы должны работать на ту ситуацию, которая будет способствовать процессу регулирования, процессу налаживания нормальной атмосферы в нашем регионе. Рано или поздно аэропорт будет работать. Это четкая позиция руководства Нагорного Карабаха. Мы ведем в этом направлении определенную работу. Я думаю, что не могу сейчас сказать, в какие сроки, это будет довольно несерьезно, но аэропорт обязательно будет работать. Я тоже думаю, что у Азербайджана не хватит наглости, скажем, я не буду говорить о смелости, наглости стрелять по гражданским самолетам. Это всего лишь очередное запугивание. Скажите, в Карабахе бывают и, скажем, очень популярные люди, звезды мировой величины. Я знаю, сюда прилетала Монсеррат Кабалье, недавно была Любовь Казарновская. Когда они прибывают на территорию Нагорного Карабаха, их предупреждают о черном списке Азербайджана, и чем может это грозить им? Было бы смешно, если бы власти Нагорно-Карабахской республики предупреждали официально о черном списке. Это абсурдный список, он составлен Азербайджаном, властями Азербайджана, и он абсолютно не работает.
За время действия этого списка число людей, включенных в него, постоянно увеличивается. И уже этот факт свидетельствует о том, насколько он эффективен. Но, естественно, люди, которые приезжают сюда, они великолепно знают, куда они едут. И с их стороны это осознанный выбор. Они едут сюда не только отдохнуть или поработать, но в первую очередь, я думаю, это какой-то моральный шаг, шаг поддержки того, что наш народ здесь делает. А наш народ здесь делает действительно уникальную вещь. Я опять повторюсь, я не знаю другого такого примера, где в условиях продолжающейся войны люди бы сумели настолько успешно продвинуться в процессе построения нормального демократического общества. У нас что сегодня из себя представляет Нагорный Карабах, это страна, где люди во главу угла не ставят какие-то политические проблемы, не ставят, да, это правда, проблемы войны, мира. В первую очередь наших людей беспокоит нормальное будущее. Те же проблемы, которые есть у людей, живущих в России, у людей, живущих где-то в других странах, они встают с той же мыслью, они думают о мире. И вот этот факт, я думаю, он действительно примечателен для очень многих. И не секрет, есть также такое понятие, как карабахское гостеприимство. Причем это не такое формальное гостеприимство, такое помпезное. Это готовность вот простых граждан, не властей даже, простых граждан делиться своим куском хлеба, открыть двери своего дома, это тоже привлекает людей. Вы знаете, я даже перед полетом сюда приглашал некоторых своих знакомых азербайджанцев в России. Я говорю, вы можете беспрепятственно посетить как Армению, так и Нагорный Карабах. И меня удивило то, что они боятся не армян, не карабахцев, а своих же властей. Они прямо и сказали, что мы не хотим попасть за стенки там азербайджанского КГБ. Вот, то есть это тоже, скажем, ну это не важный, секрет. Я вам скажу, сегодня любые попытки, любые формы как вот общения с армянами, они строжайше пресекаются в Азербайджане. Мы все знаем о многочисленных так азербайджанских вот этих общественных деятелях, которые сегодня заключены в тюрьмы по абсурдному обвинению в шпионаже в сторону армян. И эта политика целенаправленная. У нас в начале 2000-х были очень много контактов на уровне гражданских обществ. К нам ездили азербайджанцы, от нас ездили, от Карабаха ездили в Баку люди. Был нормальный процесс, который, естественно, не может собой заменить полноценный процесс на уровне правительств, но он, как и во всем мире, он имеет какую-то свою нишу, где он играет положительную роль, помогает создать более такую удобную атмосферу для официальных лиц решать политические вопросы. К сожалению, именно из-за позиции Азербайджана любые попытки контактов, общения сегодня на уровне гражданских обществ просто полностью исключены. И что, в свою очередь, я думаю, сказывается и на общем политическом процессе. Я думаю, что это такая советская модель железного занавеса, потому что идет информационная война, людям накладывают то самое зомбирование, которое им удобно. А если сюда приедут обычные нормальные граждане Азербайджана и увидят в НКР своими глазами совсем другие вещи, отличные от СМИ, которые преподносятся им, это будет, конечно, не на руку Азербайджану. Это мое такое мнение. Вопрос тоже многих интересующих. Признание НКР – это вопрос какого времени, по-вашему? В политике самое последнее дело – заниматься прогнозами. Невозможно делать какие-то прогнозы и так далее. Как правило, любые прогнозы оказываются неправильными. Но есть четкая уверенность, что волеизъявление народа Нагорного Карабаха, которое закреплено в двух референдумах, референдуме независимости и референдуме, конституционном референдуме, не может быть не учтено со стороны мирового сообщества. Есть крепкая уверенность, что те достижения, которые наш народ имеет сегодня в мирном строительстве, да, они очень скромные, да, по сравнению, может быть, с другими странами.
Но у нас есть свои достижения. Сегодня у нас, хотя и медленно, но растет экономика. Сегодня мы развиваем такие области экономики, которые раньше в Карабахе даже невозможно было об этом подумать. Я не знаю, вы видели ли в городе, но у нас недавно открылся новый IT-центр, где молодые карабахские ребята работают над новейшими технологиями, причем работают успешно с иностранными партнерами. Другие, очень много других областей, которые раньше в Карабахе не было. Мы пытаемся развиваться в этом направлении, мы пытаемся идти в ногу со временем. И я думаю, что рано или поздно, вот это все не может быть незамечено. И признание Нагорной Карабахской Республики, признание желания народа Нагорного Карабаха, оно не за горами, я думаю. И последний вопрос, уже, наверное, более такого личного и профессионального характера. Каково поле деятельности министра иностранных дел непризнанного государства? Широкое. То есть практически никаких отличий от признанного государства? Вы знаете, какие-то свои, может, минусы есть или плюсы? Вы ведь знаете, вы уникальный человек в этом деле. Не, ну я не уникален. За остальными, скажем, несколькими еще непризнанными государствами. Их не так уж и много в мире. Вы знаете, это вопрос, который часто задают, у меня есть готовый ответ. Да, так. Можно найти какие-то негативные моменты и так далее, но есть одна большая положительная угу. сторона. Будучи министром иностранных дел, я не так связан нормами дипломатического протокола, дипломатического этикета. Я могу работать гораздо активнее, угу. я могу работать гораздо на более широком фоне, используя гораздо больше элементов народной дипломатии. И думаю, в этом есть своя привилегия. Да, мы, как МИД НКР, мы работаем почти со всеми. Это и какие-то официальные структуры, которые непосредственно задействованы в процессе урегулирования или имеют какое-то отношение к Нагорному Карабаху. Mm-hmm. Это, естественно, наши соотечественники за рубежом, диаспоральные организации, представители диаспоры, потому что наш подход к диаспоре, он не основан на принципе каких-то работы только с одной организацией. Мы работаем со всеми, mm-hmm. потому что мы верим, что мы единый армянский народ. И, естественно, у нас есть очень большая армия помощников. Это люди, которые не являются ни армянами. Они абсолютно не имеют какого-либо отношения к Армении, Нагорному Карабаху. Но они с нами, потому что у нас общие подходы, у нас общие взгляды. И я думаю, что это наш самый большой резерв. Ну, надо еще заметить, что есть в мире территориальное образование, которое признали НКР. Наверняка это тоже заслуга Министерства иностранных дел НКР. Естественно. Сколько, кстати? Сегодня у нас довольно такой, я честно говоря, за статистикой... Большинство, по-моему, они сконцентрированы в Соединенных Штатах, да? В Соединенных Штатах это около 5 штатов. Угу. Самый последний это был штат Калифорния. В Австралии у нас штат Новый Южный Уэльс. Угу. У нас есть положительное развитие в Европе, в стране басков. Угу. Одна из провинций страны Басков просто официально признала Нагорно-Карабахскую республику. У нас очень активно идет процесс налаживания связи на уровне органов местного самоуправления с Францией. Сегодня уже около 7 городов и один из французских департаментов подписали с Нагорным Карабахом, Нагорно-Карабахскими городами декларации о сотрудничестве. Работают группы межпарламентского сотрудничества. Вы знаете, это большой процесс, которым невозможно вычленить что-то. Все друг с другом взаимосвязано. Но я тут думаю, да, естественно, МИД работает в этом направлении. Естественно, большая заслуга наших друзей, тех людей, которые нам помогают, советами, делом и так далее. Но в первую очередь, это заслуга народа Нагорного Карабаха. Я в первую очередь вот этот процесс признания воспринимаю как оценку со стороны международного сообщества того, что мы здесь делаем, оценку нашего народа. Да. Давайте, наверное, еще скажем о том, что какая прерогатива у НКР, допустим, вот признал штат Калифорния,
НКР как государственное образование, независимое. А что это дает НКР, например, экономические, может, какие-то договоры потом заключаются с той же Калифорнией? Что это дает прежде всего для НКР? Ну, смотрите, во-первых, я хочу четко отметить, что мы не преследуем вот путем принятия различных резолюций, которые признают право народа Нагорного Карабаха на самоопределение, признать Нагорно-Карабахскую республику. Мы не преследуем этим путем оказать какое-либо давление на переговорный процесс. Мы понимаем, что переговорный процесс, который сегодня идет в формате Минской группы ОБСЕ, это отдельный процесс, а процесс международного признания Нагорно-Карабахской республики – это отдельный процесс. Естественно, между ними существует взаимосвязь, но мы не пытаемся этим путем оказать какого-либо давления. Что для нас важно, что вот путем принятия подобных резолюций, налаживания отношений между городами, определенными территориальными единицами, мы открываем Нагорный Карабах внешнему миру, прорываем кольцо изоляции, которую пытается нам навязать Азербайджан. Для нас очень важно налаживание отношений на экономическом, культурном, социальном уровне. Есть уже определенные наработки, определенные мысли. В этом году осенью мы планируем провести здесь большое мероприятие, посвященное Франции, на которое приглашены вот мэры тех городов, которые уже с нами подписали эти декларации. И цель этого мероприятия не только как в какой-то форме выразить нашу благодарность этим людям Франции, но и также подумать, поговорить о путях дальнейшего сотрудничества, которое направлено в первую очередь на активные работы в области экономики, культуры, налаживания взаимовыгодных связей между этими регионами. Ясно. Спасибо большое. Спасибо. Это был министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян. До скорого.